Оказались не напрасными. Заглянув в салон, инспекторы испытали шок. В автомобиле «Мерседес» они обнаружили машину «Мазда», лежащую на боку и укутанную одеялами. Единственное продолжение знаменитого послевоенного автомобиля. Российский концепт-кар с авторским названием «Победа-3000РС» удивляет, даже шокирует участников автомобильного движения. Так что владельцу эксклюзивной машины на дороге не проехать. Он даже позу поробил. Я не промазал? Нет. А то я не заезжаю, блядь. Теперь как будешь делать? Ева! Как это голова тогда думала? Андрей, скажи ему, ты он на тебя рейдит. Андрей, скажи ему, ты. Нельзя покидать. Муравей планеху под пальмой едет. Муравей планеху под кокосом едет. Слышь, слышь, ты не кто-то. А ты тебе, и скажи, и как он? На интернете по автостраде. Где чифа? Чифа касса. На центре из сука, ты прикинь? Это блудняк, нахуй. Кто это придумал, блядь? Сука! Я ещё пью! Да ну нахуй! Диди Джохи, я его армоглек с отсудами. Рома Мойда! Адиши! Пичо, как мы не деда, час хэв Джохи! Пеко, 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 пеко! Пеко, давай дай маткин. Рома, туалет там еще варди. Рома, модись, Рома. Рома, туалет там еще ты, бичо. Шейтку, боцельщи, Рома. Шейтку. Миди, миди, миди. Сана, мере. Шейтку.
вообще.